16-й по счету фестиваль «Музыка души» Подольск принимает в четвертый раз. Его лейтмотивом стало творчество классика советской песни композитора Марка Фраткина, столетие которого отмечалось в минувшем году. Марк Григорьевич принадлежит к плеяде композиторов, выдающихся советских композиторов. Благодаря этому фестивалю многие молодые исполнители, молодые люди и дети узнают, что такое замечательная советская песня. Творческое наследие Марка Фраткина – это целая эпоха в истории советской песни. Написанные им более 100 песен и мелодий к 40 лучшим отечественным фильмам и сегодня поют исполнители разных поколений. Сегодня я с удовольствием под оркестр. Я хочу сказать, что впервые буду исполнять песню «За того парня». Вот. Подготовка была тяжелой, долгой, упорной, но я думаю, что мне удастся донести текст. Все-таки год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что зритель, надеюсь на это, на то, что зритель останется довольным моим выступлением. Знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Замечательные тексты Рождественского, Плецковского. То здесь соединяется и музыка, и поэзия. Здесь есть творчество. И мне кажется, сегодня этого очень-очень не хватает на телевидении. У Фраткина мне нравится «Ночной разговор». «Зимний город заснул уже, в синем сумраке лишь одно. На 12-м этаже не погасло твое окно». Я вхожу в автомат ночной, этот свет, как тревожный взгляд. Набираю номер я твой, и сигналы к тебе летят. Комсомольцы-добровольцы, а годы летят. Песня о любви из фильма «Простая история», «Случайный вальс» и много других звучали в этот день со сцены концертного зала администрации. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов, фестиваль «Музыка души» давно завоевал сердца подольского зрителя. Ведь на встречу с искусством приходят те, для кого советская песня – не случайное свидание с юностью. Конечно, это знаковые события в культурной жизни города. Сейчас я посмотрела, как готовятся зрители, пришедшие на этот фестиваль. Прежде всего, это фестиваль «Интеллигенция города Подольска». Потому что те песни, которые звучат со сцены театральных площадок, прежде всего, они окрашены эмоциональным цветом. И прежде всего, это те песни, которые в душе каждого человека, независимо от возраста. Мода не властна над хорошей музыкой. Пройдут годы, но с нами останутся произведения Марка Фраткина. Красивые песни на все времена.